Это пляж отеля. Здесь есть как вход песочек и есть где камушки есть. Здесь есть крупные камушки, камни. А вот здесь, видите, где мужчина выходит, здесь уже все хорошо. И деткам здесь комфортно. Понтон плавающий. Там глубина сразу, можно нырять. На этот остров можно сходить, он соединен с землей таким дорожкой, которая в воде проходит, и люди идут по колено, по пояс, приходят на этот остров.